Итак, доброго времени суток, уважаемые друзья, с микста Разящий Стюквет. Тут я еще приболел. Я какую-то заразу подцепил. В общем, я тут подумал и решил, что уходить с Ютуба. То есть, вот мой конец настал. Это последний раз, когда у меня вот так вот видите вживую. Меня не увидите ни так, ни в таком формате выпусков, ни на вебке, ни голос мой вообще не услышите. То есть, вообще, выпуски по играм. Я больше снимать не буду. Меня вы на вебке не увидите. Вот так тоже в таком формате выпусков вы меня не увидите. И голос мой вы больше не услышите. Почему? С чем это связано? Просто я подумал. И не надо тут, кстати, писать комментарии, заранее предупрежу, что типа ты там хочешь хайпануть, ты не уходишь, не надо уходить, пожалуйста. Ребят, не пытайтесь меня переубедить. Все равно у вас это не получится, потому что ключевое решение будет всегда за мной. То есть, если я решил уйти с Ютуба, значит, я ухожу с Ютуба. Но не переживайте, я ухожу с Ютуба как летсплейщик. И канал я свой не закрываю, аккаунт не продаю. Не отписывайтесь от меня. Можете остаться, если хотите. Но те, кто подписались на меня из-за того, что я снимаю вам выпуски по играм каким-то, вы можете отписаться. Честно. Ну вот если вам не интересно будет то, что я буду снимать дальше, можете не оставаться. Я вас не заставляю. Это все-таки ваше будет решение. У меня сейчас нет времени выпускать выпуски по играм, потому что это занимает у меня много времени. Они отнимают много времени для съемки, они отнимают много времени для монтажа. И некоторые даже говорят, что мои знакомые говорят, типа, у тебя монтаж тоже не очень, там как-то не очень интересно. Некоторые выпуски вообще очень скучные, некоторые среднячок, некоторые даже бывают хорошие. Когда-никогда есть время выпустить выпуск, я его выпускаю. Ролик не набирает достаточно просмотров. Он не набирает 100 просмотров. Если он не набирает 100 просмотров, значит ролик не актуален. Не актуален, не интересен аудитории. Набирается малое количество просмотров, активность слабая, значит ролик не интересен. И так будет раз за разом. Я это заметил уже который раз. И вот по этой же причине я и ухожу с Ютуба как летсплейщик, потому что я выпускаю ролик, его практически никто не смотрит, потом я выпускаю еще ролик, его тоже никто не смотрит. И так потихонечку где-то там, я не знаю, как это даже описать, по чуть-чуточке набирается какая-то активность. Но активность реально фиговая, то есть это мало. И я не вижу смысла оставаться на Ютубе как летсплейщик, если я не могу выпускать часто летсплеи. Но! Есть но! Моя карьера летсплейщика окончена. Опять же, это буду я. Я окончательно с Ютуба не ухожу, как я уже сказал. Я буду снимать другие выпуски по другой теме. Это будут клипы. Только клипы. Все, больше ничего. Но зато у меня будет второй канал. Я тут подумал, сделаю второй канал, на котором я буду выпускать выпуски, там, обзоры, киногрехообзоры по, там, разным фильмам, мультфильмам, короче, по киноиндустрии. Мне просто тоже интересна тематика кино, особенно некоторые вселенные, особенно, вот, как вы знаете, Марвелская вселенная меня очень цепляет, очень интересная. DC чуть-чуть. Там вышел недавно фильм «Джокер», очень удачный фильм. Будет у меня такой канал, потом я его сделаю. Вы будете знать, когда я это сделаю. Но напоминалка такая будет. Пусть останутся выпуски, так и быть, я не хочу их удалить. Может, кому-то они нравятся, некоторые из них даже удачные получились, так что пусть остаются. Ностальгия будет для кого-то. И тут теперь появляется перед вами вот уже другой я. И вас, наверное, очень интересует тема, какая будет тема у следующего выпуска. У следующих выпусков. Но можете там буду выпускать. Стримы будут. Но стримы будут неиграбельные. Это будут стримы разговорные. То есть будет. Это. Я планирую, кстати, на днях. Может, даже сегодня сделаю стрим. Там просто будет фон. Просто фон какая-то. Картинка, арт, неважно. Просто будет фон какой-нибудь. И просто будем общаться. Донатики, число подписчиков, все будет как обычно. Комментарии, все в чатике будут освечиваться, все нормально. Просто общительный стрим, просто пообщаемся. Так, напоследок. Итак, потом там местами, где-то раз в месяц, может быть, и у меня будет возможность делать для вас стримы, потому что, ну, у меня нет времени делать стримы. Стрим это тоже очень долго, для этого нужно отдельное время. И самое главное, чтобы у меня было желание уделять вам это время.
Поэтому стримы тоже не так часто будут делаться, но они, по крайней мере, не так часто делаются, и их в основном смотрят. И я общаюсь с аудиторией, то есть напрямую. Это тоже хорошо для моей репутации. И вы поняли меня, почему я ухожу с Ютуба, а второй я остается здесь. Потому что все указано в ролике. В общем, я думаю, на этом можно заканчивать выпуск. Если вам выпуск понравился, тогда поставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. И пишите комментарии, конечно же. Ну, пока на этом все. Всем удачи и всем пока. Увидимся в ближайших выпусках.